Музикант – це нерідко підприємець, інженер, адміністратор і навіть трохи архітектор. Про різноманітність варіантів самореалізації спілкуємось із гостями. Це Дмитро Гелевачук, арт-директор рок-клубу, і Євген Петля, звукорежисер. Вітаю, друзі. Привет. Привет. Класні окуляри, одразу ж скажу. Як прийшла ідея не надягти їх до ефіру, а стати арт-директором рок-клубу? Це треба Сані Макарова спрашувати. Я якби нічого не робив, в сторонці жарився шашликом, підійшов, говорить, треба, ти тільки і все, більше нікого, нет варіантів. А які в тебе такі таланти є, що Саня Макаров підійшов саме до тебе? Чому не до Євгена? Я знімав в клубах фото, відео, багато років на різних фестивалях, завжди на концертах, якби. Так, в поверхности это все знаю. В общем, уговорил меня так, нацепил ношу. И как ты сейчас себя почуваешь на такой позиции? Ну, нормально, так сказать, все как бы, пока все удается. Євгене, ты как звукорежиссер, в чем твоя профессия, чем она цікава? Чем она складна и чем она тебе не подобается? Ну, так сказать, чтобы не нравилось мне это, такого, ну, если бы не нравилось, я бы этим бы не занимался. Просто, ну, опять же, ну, звукорежиссер, да? Вот если я, допустим, работаю здесь звукорежиссером, я звучу микрофончики. Это вот, еще ничего не значит. Это еще ничего не означает, да. Но если, когда я работал звукорежиссером с живыми коллективами, и там где-то за 3,5 года работая в клубе, то есть через меня прошло просто немереное количество команд разных абсолютно, ну, то там понятно, интересно, каждая пачка новая, каждая пачка интересная, либо наоборот неинтересная. Ну вот, ну как-то так. Дмитрий, а у твоей работе больше цікавого, чи больше такой занятости сирой, то есть рутины? Да не, ну как бы оно все как бы наоборот в кайф, как бы нету никакой серой рутины, всегда чем-то занимаюсь. Ну, наприклад, чим? Кожного дня концерти чи раз в тиждень концерти? Ні, ну, обычно п'ятниця, субота, воскресенье – це самые ходові дні. Как бы, даже я б сказав, п'ятниця, субота. А так все остальное – підготовка там і все таке. Чим найбільше подобається бути арт-директором рок-клубу? Звучить дуже класно. Мені афішки нравится рисувати. Нравится афіши рисувати, да. Ну, і смотрите, люди, которые с горящими глазами приходят, слушают это, кивают головой. Ти розумієш, ну, вроді як не зря. А тепер... Бар безплатний, да? Для звукорежисера бар багато де безкоштовно? Ні, ні в коєму случаї. Як взагалі тоді працювати? От це другий вопрос. Це другий вопрос, Антон. Та, ну, по-разному. Це ж, якби, живе виступлення. Тобто, якщо там... Когда-то бывало такое, что там позволялся, якби, бывало такое, что нельзя позволять. Смотря до какой степени, так сказать, тоненькая работа. А работа звукорежиссером на телеканале, в чем она? В чем она интересна? И цікава, и взагалі, про що вона? Тут вообще все интересно. Ну, абсолютно все. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Почему? Давай. Ну, почему? Ну, то есть, ну, я, допустим, когда пришел, когда пришел только на канал работать, я себе вообще не представлял понятия, как это работает. Потому что я привык стоять за пультом, допустим, смотреть туда, там, на тех чувачков, которые джи-джи-джи делают. Понимаешь? А здесь, ну, здесь другая работа. Тут работа более, так сказать, ну, более сплоченная, то есть индивидуальная, вот я так бы сказал. То есть индивидуально с каждым, грубо говоря. Дмитрий, ты також звукорежиссер. Ну, тобі доводиться. Ні. Я більше по фотоапаратам, по відеокамерам. Звукорежиссер в тебе окремий у клубі? Так, я беру, там, є у мене пару людей, які допомагають з цим, тому що я не можу, короче, не шарю. Для мене це складно, там стільки нюансів, ти одразу, ну, не розберешся. Клуб вимагає багато технічного забезпечення. Апарат взагалі великий. Та ні, ну там все у нас поскромнее, у нас тут домашній клуб, так сказати, как бы, все на энтузиазме и альтруизме держится. А музика, яку грає, також скромна? Та ні, тут музиканти бувають різні. Бувають такі, приїжджають фірмачі, що смотриш і аж, так сказати, ух, думаєш. До вашої уваги, чим живе Криворізький андеграунд, прямісінько із рок-клубу, наступний відеосюжет. Блять, заебали эти металлисты, блять, пидорасы, блять, анонисты, блять, заебали эти металлисты, суки подплатят для интуристы. Глупаче, глупаче, не трёхлотки, не трёхлотки, глупаче, глупаче, не трёхлотки.
тебя люблю, несмотря ни на что, несмотря на эти ебли, черный мужик, у меня есть квартира, однокомнатная, правда, живу не один, с пенсионеркой мам. Вот это музон, а? А хотите еще музона? Сейчас я вам покажу музон. У організації роботи клубу взагалі багато людей бере участь? Да, как бы в основном все энтузиазмом работают, приходят, помогают. А так в основном немного людей, которые так, готовы, так сказать, посвятить, отдать свое время. Чому віддати? Я так розумію, це не дуже прибуткова справа. Да, да, ты абсолютно прав, потому что сейчас такое время, что, сам понимаешь, люди плохо ходят на концерты, да, их порой вообще запрещают, отменяют. Поэтому тут тяжелая такая ситуация. Тобто основное задание – протриматись на плаву. О, да, еле. Держи меня, соломинка, держи. Евгена, був когось там? Где, вот там? Так, вот там. Да, был там, был. Что ты там робив? Ой, что я там только не делал, Антон, что я только не делал. Ну да, я там 3,5 года, я же говорил. Я там проработал плотных. Повезло мне даже так, как раз, вот как раз Саня Макаров тогда начал организовывать такие поболее больше концерты. То есть, опять же, там пришлось поработать, вернее, повезло поработать с такими ребятами, как Положинский, то есть Стартак, Моторола, дважды работал с группой The View, группа Кукриникс из... Ну, как звукорежиссер сам? Да, как звукорежиссер. Вот. Так что, ну, а так в основном, как бы, приезжие, местные, вот. Багато специфічних знань це вимагає? Достатньо. Технології, вони, то есть, ну, вони розвиваються. Тобто, якщо у нас стояв там аналоговий пульт спочатку, якийсь там еквалайзер там графічний, потім нам поміняли, нам поставили цифрову консоль, цифровий процесор. Тобто, ну, треба було вчити, треба було, то есть, інтересуватися, як це працює. То есть, це постійне розвиття. Постійне. Дмитре, в твоєму випадку постійний розвиток – це також про рок-клуб? Ну, по чуть-чуть, як ми йдемо, по чуть-чуть стараємося. Ну, це треба просто много вливання чоловіка часов і денег, щоб постійно рости. Но ну, а з чого все починалось в такому випадку? З чого? Ну, це, опять же, к Сані Макарову. Він создав клуб. Да, где Саня? Позвоните, создав клуб, потім, скільки, я не пам'ятаю, часи правління, до 17-го, до 17-го року. Він тобі підказує? Ні. Ну, ж теж пам'ятаєш, практично з самого початку. Він завжди був, да, так, з 11-го року, мабуть, ти і був, да, теж завжди. Та я туди ж, як прийшов, так я туди не вихожу до сих пор. Потім Томас. Потом, после Томаса Вася. Да, а потом на меня. А теперь ты. Ношу отдельно. Твоя оценка, сколько будешь триматься? Посмотрим. Будем помогать. Или мы загадывать, да. Будем как, по возможностям смотреть, насколько можно удержаться, столько будем. Тем более, вот скоро 10 лет клубу, будем что-то как бы... Коли сама? Ой, по-моему, в июне. Саня Макарова нас спросили. Ты что, директор? Всегда праздновали в июне. Ну, в июне. Да, в июне. Там в июне или конец мая, или начало июня, что-то такое.
Що побачимо тоді? Взагалі, день народження клубу? Що це таке? Це концерти? Поки все в планах і секретах. Нічого поки не можемо. А як же реклама? Ні. Пусть буде інтрига поки. Да. Ми навіть назву клубу не знаємо, здається. Ні? Медісон. Медісон у нас один єдиний. Да. Конкуренції немає? Ні. Ну, у нас такий клуб, що можуть прості музиканти, які тільки навчилися грати на гітарі, і прийти у нас спробувати себе виступити. Більше таких міст нет, де можна спробувати. Тобто Медісон — це плацдарм для молодих музикантів? Так, можна сказати так, ну, може там високомірно чуть-чуть, що це зльотна площадка, так сказати, для музикантів, стартова така, щоб хоч як-то где-то щось спробувати, як воно, ну, взагалі працює, як на сцені, знаєш. Тому що не кожен чоловік от это вдома навчився грати, а виходить на сцену, і він вже з цим теж треба якби так постепенно вливатися в це, так сказати. Для тебе це також плацдарм? Да, так Мэдисон всегда был такой, то есть всегда. Просто за вот это время, сколько мы там, ну, мы там репетируем, там, то есть мы там выступаем, за все это время, ну, я скажу, я видел, ну, достаточное количество именно молодых команд, которые рождались прямо там. То есть вот пришли там пацаны, там, а давай соберемся, и прям раз, и родился коллектив. Там, кстати, в этом же Мэдисоне родился мой коллектив ОПЧ, когда-то в свое время, да? Так чисто случайно. Вот. Ну, так что да, это хорошая, так сказать, площадка для начала. А без звукорежиссера команда не команда музычная? Ну, смотря сколько у вас игрушек. Если совсем без звукорежиссера, то есть вы там себе на ребазе лобаем, потом выше там есть какой-то штатный. То есть, ну, если штатный звукорежиссер в клубе есть, это хорошо. Если его там нету, это плохо. Тем более, если команда без своего звукорежиссера. Ну, любая команда, ну, себя, так сказать, уважающая, я считаю, должна иметь с собой звукорежиссера в любом случае. А звукорежиссура у Кривому Розі, яка вона? Кстати, у нас довольно много именно специалистов. Довольно много специалистов, ну, опять же, благодаря джаз-клубу, да, то есть, и ребята, ну, я многих знаю оттуда людей, и они как бы, они в турах катаются, то есть, там, по Украине, по заграницам, то есть, ставят большие площадки, фестивали, то есть, и котируются, то есть, именно наши криворожские звукорежиссеры котируются в Украине вообще на ура. Назик, привет, да? Да, Назар, привет. Только что шнури паял на клубе. Помогал тоже. А как щодо взагалі музичної культури Крому Розі? Яка вона? Ну, если честно, сейчас она уже потихонечку начинает как-то так, знаешь, слабенько. Если 5 лет назад, вот даже 5 лет назад, каждый какой-то вот, не знаю, каждые 3 месяца появлялась какая-то новая пачка. И причем такие какие-то классные. Вот прям слушаешь, ой, класс. Да, были же рок-дебюты сколько их было. Да, рок-дебюты были, то есть проводили там раз в 3 месяца, да, там, то есть, ну, вообще, то есть дебютанты первые, которые вот первый раз на сцену выходят. То есть, и да, и рождались очень интересные коллективы, а сейчас что-то как-то они подзаглохли, то ли... Может, из-за этого карантина или по гаражам поникались. Ну, как-то так. Дмитро, твоя оцінка як професійного арт-директора рок-клубу? Чого? Рок-клубу чогось. Оцінка чого? Музиканта? Оцінка, так, музичної культури Кривого Рогу. Ну, как бы слабенько. Действительно, Петля сказав, що от буквально там лет 5 назад прямо оно прям чувствовало, що було много. А потом, смотрите, сейчас все ж пороз'їжджались по этим по заработкам. И вот это уехал уже, и группа уже не играет. Они там пока, они это все перестроятся, там найдут, ну, замену. Там. И вот много коллективов посыпалось из-за того, что люди повыезжали вообще. Знову ж таки, до позитива повернулось. Наостанок, что для тебя музыка? Музыка — это жизнь. Это жизнь, это энергия, подпитка, зарядка, батарейка, так сказать. Евгений. Я що, должен повторити зараз його слова? Я не зрозумів. А ти нічого не вигадав до того? Та, ну, а ти що, ти ж думати треба. Ні, ну, музика — це музика. Знаєш, як говорили, люди рождаються і вмирають, а музика — вічна. Так що, ну, без неї, я не знаю. Я, допустим, без музики жити не можу. Ніхто не пам'ятає політиків ніяких, які були 100 років назад, там, 50. Зато музикантів... Ну, деяких пам'ятаємо. Ні, зато музикантів і художників пам'ятають. Але зато пам'ят... музикантів люблять, скажімо. Так, да, їх пам'ятають. До речі, криворіжці вважають, що музика – це здебільшого потреба. Я із музикою завжди без навушників не ходжу. 70% криворіжців. 30% – розвага, рідко виникає бажання щось послухати. Не так все погано. Не так все погано. Да. Ефірний час, на жаль, добіг кінця. В
Фрідріх Ніцше казав: «Без музики життя було б помилкою. Хай музика завжди буде із вами». Я, Антон Глущенко, наразі прощаюсь.